Привет, друзья! Сегодня мы посмотрим на напольный тюнер от компании TC Electronic в мини-формате. Отличный выбор для тех, кому нужен напольный тюнер, но маленький по размеру и по весу. Главное достоинство этой педали, что она является не просто тюнером, а политюнером. То есть, может следить за настройкой всех ваших струн одновременно. Вам достаточно просто ударить по струнам, чтобы увидеть, какая струна у вас расстроена. После этого можете подстроить ее в обычном режиме. Если вы играете в Drop D, в тюнере предусмотрена эта функция. Тюнер работает в хроматическом режиме, то есть он покажет вам фактическое звучание ноты, включая диезы. Также в нем предусмотрена настройка для пониженных строев, на полтона ниже, на тон и так далее. Если вы играете с каподастром, то в педали вы можете выбрать номер вашего лада, на котором у вас находится каподастр. Педаль имеет отлично собранный металлический корпус, очень приятный на ощупь и стильный по виду. А экран реализован дисплеем Retina, тем самым, которым использует компания Apple. Кнопка включения работает мягко и без щелчка. А при включенном эффекте происходит осечка звука. Чтобы вы могли настраиваться в бесшумном режиме, что очень удобно и крайне необходимо на сцене. Эффект питается только от адаптера и просит 9 вольт питания. Не забывайте, что тюнер рекомендуется ставить в самом начале вашей цепи эффектов. Я думаю, что TC Electronic Polytune 2 станет хорошим выбором профессионалов. С вами был Санчес, специально для Pedalzoo.